Всем привет! Привет! Сегодня у Ксении крайний день учебы. Сейчас ее везу в школу. Они учатся. До сколько? До трех? До 15 вроде. Еще у нее вон мешок макулатуры с собой она везет. Надо собирать было. А что-то немного в этот раз мы собрали. Как немного? Сколько там? 2,5. 2,5 килограмма, 2,600 почти. В тот раз больше. В общем, у них класс часто участвует во всяких благотворительных акциях. То бойцам на СВО отправляют, то кошечкам-собачкам, то детям в детских домах что-то тоже, да, по-моему, просили принести. В общем, во всяких таких разных акциях участвуют. Добровольно-принудительных. Да. Не принес какашку? Не принес, значит, ты навоз. Бог. Анюту сейчас отвожу тоже в художку. Не знаю, как буду я в машине сидеть или нет. Вчера сидела в машине, ждала ее. Сегодня как-то прохладнее. Вот еду, пока думаю. Домой ехать или в машине ее ждать. Лишний раз стараешься тоже не ездить, а то это слишком часто. Ездишь, бензина много уходит. Я же экономная женщина, надо экономить. У меня одеялка есть сзади, я сижу, укрываюсь. Иногда сижу, иногда лежу, сплю. Когда не выспалась, когда ночами влоги вам монтирую. С утра спаюсь, когда они ждут. А что, 2 батона, Ксюша, тебе хватит да. Дорогу? А обычный хлеб, булочки, что-то еще покупать? Нет. А? У меня же есть булочки. Так может такие какие-нибудь еще, которые ты любишь, там, с капучино или еще? Я уже ничего не хочу. В общем, заеду еще потом в магазин, батоны ей куплю с собой, чтобы прям свеженькие, чтобы ничего не испортилось у нее. И поедем с вами ее провожать. Возьму вас с собой, поснимаю. Так и не сказала. А мы так и не сказали, куда Ксюша у нас едет-то. Ксюша у нас едет куда? Давай сама. Питер еду. Питер! В Питере пить! Чай и по музеям ходите. Ну, водку. С классом они едут в Питер. Вы на сколько получается? 2 дня в дороге они едут туда, 4 дня там, да, в Питере, и 3 дня в дороге опять обратно. Почему 3? 3? Ой, 2. Извините, дорога отвлеклась. 2 дня туда, 2 дня обратно, 4 дня там. Жить они будут в гостинице. Я забыла, в общем, там какое-то имя. Дошкова. В гостинице Дарьи, по-моему, да, Дошковой. Дошкова. 3-звездочная, прям в центре Питера. Какое-то историческое здание там у них. В общем, будем надеяться, что Ксюша нам будет присылать много-много видосов. И мы вместе с вами, вместе с Ксюшей, путешествуем немного. А видео, что собирала с собой Ксюша в чемодан, выйдет либо одновременно с этим влогом, либо чуток на денек позже. Так что все, что она взяла с собой, вы тоже увидите. Мало ли кому-то пригодится, кто-то еще поедет куда-то в какую-то поездку. Я думаю, что такие ролики полезны. Да. Многие, кто собирается, думают, не знают, что знать, взять. Ксюнечка, готовься выходить. Хорошо, нет. Я тебя прямо у школы, прямо у ворот высажу сегодня. Как королеву. Давай. Нет, ты не королева, ты богиня. Давай. Богиня. Богиня моя стряла я. Ну, пока, хорошего дня. Анюта для лагеря тоже собирает чемодан. И тоже все покажем. Вчера Ксюша собиралась, Анюта, но она поедет на 2 дня позже, Аня, в лагерь. У-ху! Везем Ксюху на вокзал. И Ксюша там сидит, замерла. Я прям мама сидит. Сейчас отправим вас всех в лагерь, в Питер. И как будем джага-джага с папой помидоры сажать.
Там у нас еще Егор сидит. Где-то спрятался. Выгляни, хоть что-то спрятался. Я выглядывал. Вот я. Знакомьтесь, это Егор. Знакомьтесь, месье. Это моя муза, а своими карими глазами жалит. Могла бы покромче петь, тебе не слыхать. А не для вас. Для нас? А для кого ты там поешь? Я не все, остались считанные минуты. Понимаете? Вот так вот. Время качает. Ну-ка, смотри, что творит она. Все, мы уже на вокзале. Забираем чемоданы. И ведем Ксюшу на встречу с классом. Егор. Парень Ксюши, знакомьтесь. Егор. Привет, скажи. Привет. Че? Не катится? Что не стало? Уже полтора года мы с Егорком. Так ты нормально говори. Ничего непонятно, баба Ксюша. Полтора года Ксюша уже с Егором. Все, мы на перрон. Где-то на подъезде электричка. Сначала на электричке они едут, потом на поезде. Все, едет электричка Ксенькина. Ксения, ты готова? Нет, не могу, я пытаюсь. Привет! Папа говорит. Где мой папа? Я что, как будто с ними еду. Ты у меня грузчиков. Папа только грузчик. Ксюша, по машинам ручкой. Иди обнимашки, да иди. Иди, иди, моя пусенька. Все. Не хочу обнимашки. Давайте, все, уже все грузятся. Давай, ты что разревелась-то? Я не хочу. Все нормально будет, ты что? Поехали мы с тобой. Оставайтесь, мы поехали с папой. Я поеду вместо тебя. А вы-то что ждете, не грузитесь, Женя? А куда ты? Гречка Николаевна. Еду, еду. Мама, давайте тоже нас обнимем, пожалуйста. Что-то она стоит влево-вправо, влево-вправо. Она в шоке. Места выясняет она. А, чё? Она встала с кровати. Чё, столько шоков. Столько всего. Сейчас разберутся, чё. Да они все так вон головами вертят. Все, так и не помашет нам. Все, двери закрываются. Все, поехала Ксения. Поехала ласточка. Ласточка уезжает наша в путешествие. Ту-ту! Счастливого пути!
отчалила. А нас ты что снимаешь? Мы никуда не отчалили. Я снимаю, Егорка плачет, наверное. Нет. Плачешь? Он всегда плачет. Перекрестился и пошел домой. Да. Наконец-то отдохну 5 дней, да. Не? Да? Карим поиграл. Я верно сказала? Вот такую стелу у нас поставили, светящуюся. В том году, по-моему, да, ремонт делали при вокзальной площади. Уже, кажется, года, или года два, наверное, где-то назад. Изменилось у нас при вокзальной площади. Все, поехали домой мы. Давай. Всем пока-пока. Спасибо тем, кто посмотрел это видео. Пишите ваши комментарии, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки обязательно. Ну и будем ждать от Ксюхи новых роликов. Пока-пока!